Блин, 100 лет не катал на 29-ке. Так. 7-3. Ну да, это не тот танк. Начиналось-то с чего все? У него не было БК в башне, и разработчики забыли замоделить ему боекомплект на дне. Ну, якобы забыли замоделить, но на самом деле там это было специально, скорее всего, прописано. Ну, то есть шанс подрыва БК-29-ки на момент релиза, да, когда только добавили ее в игру, был примерно, ну, процентов 10, наверное. Ты просто стрелял в БК, БК испарялась. Снаряды не минусовались в то время, еще когда БК исчезала. Ну и ты, соответственно, отлетал от плюхи просто 29-ки. А сейчас, сейчас уже давно не так. Ну, тебе тут не повезло. Так, ну это плохо. Я вижу тебя, отстань ты. Ты ему на ствол дал? Красава, блин. Блять, какая-то коробочка-то в канал. Тут еще один стоит тип. Еще БМП. Продакшн, конечно, да. Так. А? Чел, а ничего, что у тебя БМП в спине? Это нормально? Бульдог либо был без казны, либо реально был без казны, либо я не знаю, что он делал. Он как будто не заметил БМП, который у него в упоре стоял. Как будто не заметил. Так, это была сотка, да? Сташка, да? Блин, у меня такая раскачка глубокая. Он сейчас очень медленно поднимает ствол. Блин, я обосрался. Это было не очень, кстати, приятно. Могло и срикошетить. Ну, густый один. Бля, как же я зафейлил жестко по... По САУ. Прям рил жестко было. Стоит здесь. За камнем.
Не раскачаю. Он не поет пушит. Думаю, мне не хватит угла здесь. Не надо пушить. Сейчас второй подъедет к нему. Давай, ну уж назад оттянемся. Ты хочешь ворваться со мной? Посмотри, этот чел, но он скорее будет крутить возле камня меня. Зря, 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 зря. Скорее всего, он сейчас слева выйдет. Отсюда. Так что надо с ним вопрос решать быстрее. Теперь как танкист. Так. Надо назад уходить. Да, будет. Надо просто это. Сделать. Что-то некогда было. Сделаю. Ты зареспавнился. Не, ну нормально играется 29-ка. В принципе. Ну, можно играть. Главное не бычить на Центуриона. В такой ситуации можно быкануть. Но у него шанс меня убить 90%, на самом деле. Я не знаю, что он стоит, он, видимо, боится. Максимум, что я ему сделаю, это ствол выбью. Он может меня просто ваншотнуть, выстрелом в бока, и все, если у него подкали есть. И фармит нормально.